Ну, загорали вот формат это и вот магазинчики, павильончики. А часто у вас здесь так? Ну, были прилеты. Раньше у нас и европейский был товар, и китайский, и российский. Сейчас в основном российское все идет. С доставкой европейского товара очень сложно. Конечно, у нас есть покупатели, которые ходят постоянно к нам. Вот у меня товар для художников. Краски масляные, акриловые краски, гуашевые, в полном достатке. Планшеты, холсты. Оно ж понадобится, потому что люди то как рисовали, так и будут рисовать.